Счетная палата презентовала стратегический план развития ведомства на 5 лет. В документе обозначены основные направления его работы, сообщил глава Счетной палаты Улугбек Марипов. По его словам, среди них внедрение международных стандартов аудита, развитие системы человеческих ресурсов и укрепление внешних коммуникаций. Подробнее расскажет Зарема Мусаева. Новый состав счетной палаты открыт всему новому, говорят в ведомстве. Учитывая ошибки прошлых лет, они разработали стратегию, предусматривающую значительные изменения в работе ведомства. По словам председателя счетной палаты Улугбека Марипова, это дорожная карта развития палаты на 5 лет. Пересмотреть аудиторы намерены не только эффективность своей работы, но и прозрачность. Стратегия принята на основе национальной стратегии развития Кыргызстана, утвержденной президентом нашей страны. Поэтому в стратегии учтены 3 направления. Первое – это совершенствование государственного аудита. Второе – это усиление потенциала управления человеческим ресурсом, то есть кадровые вопросы. Третье – это взаимоотношения, тесная работа с международными организациями. Так, в течение 5 лет счетная палата планирует внедрить международные стандарты аудита, изучить и провести анализ причин нарушений бюджетного и иного законодательства. Это позволит улучшить качество аудитов, считают эксперты. И еще одним требованием является то, что сегодня мы хотим ввести сертификацию наших сотрудников, чтобы перейти на международный стандарт, чтобы отвечать современным требованиям. А мы должны поднять планку, повысить, ужесточить требования к нашим сотрудникам с тем, чтобы они соответствовали требуемому уровню. Согласно бюджетному кодексу, счетной палате отведена роль регулирования бюджетных правоотношений. В связи с этим инспекторы будут разделены по направлениям и будут специализироваться на определенных организациях, сказано в новой стратегии. Зарима Мусаева, Сентура Быкеев, Общественный, Первый канал.